Здравствуйте, в эфире «События дня». Меня зовут Анна Пикулина, и прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни Курской области. Курская область, как и другие регионы страны, выполнила задание по частичной мобилизации. Об этом утром 31 октября заявил губернатор Роман Старовойт. Тем не менее, какое-то время мужчины могут и дальше получать повестки с вызовом в военкомат. Почему? Ответы в нашем сюжете. Мобилизация, хоть и частичная, но первая со времен Великой Отечественной войны обнажила слабые стороны бюрократической системы страны. Военкоматы оказались не готовы к обработке такого количества информации. Президент Владимир Путин поручил модернизировать комиссариаты и учетные столы. Сейчас мы совместно с военкоматами, совместно с Министерством обороны, и что особенно важно, с руководителями крупных предприятий, уже начали эту работу по модернизации всей системы, в том числе используя современные цифровые инструменты. Мобилизация завершилась, но повестки еще могут приходить. Почему? Как говорится, для порядка. Военкоматы продолжают учетную работу. Роман Старовойт посоветовал всем, кто подлежит призыву, но не приходил в комиссариат, сделать это. Может быть, даже в инициативном порядке подойти в военкомат или в военный учетный стол своего предприятия и уточнить данные с тем, чтобы у нас уже формировалась обновленная база данных по всем резервистам для того, чтобы навести порядок в этой части. Кстати, среди прочих, повестки по частичной мобилизации получили 199 сотрудников районных и администрации Курской области, а также ее подведов. 75 человек уже уехали в воинские части. А 1 ноября, согласно указу президента, в регионе стартует осенний призыв для срочников. Дополнительно хочу проинформировать, что в новые области Российской Федерации призывников отправлять не будут. Для призывников и их родителей в регионе и Западном военном округе заработали горячие линии. Ежедневно с 9 до 18 можно позвонить в военный комиссариат по номерам 700762, 700751, 700763 и 700746. Другие номера вы можете найти на нашем сайте seiminfo.ru. Анна Пикулина, «События дня». В Курске первый снег. Он шел недолго, но успел попасть во все новостные ленты региональных СМИ. На улице заметно похолодало, хотя до первого дня календарной зимы остается еще целый месяц. Однако ждать серьезных сугробов в ближайшие дни пока точно не стоит, ведь уже 2 ноября воздух прогреется почти до 10 градусов. В ближайшие дни существенных осадков у нас уже не ожидается. В ночные часы температура будет от минус 3 до плюс 2 градусов мороза. Завтра днем воздух сможет прогреться лишь до 1-6 градусов тепла. К сезонным осадкам по поручению губернатора наши коммунальные службы уже готовятся. В настоящее время идет переоборудование техники. В уборке в осенне-зимний период будет задействовано на территории города 93 единицы техники. От необходимой потребности песчано-соляной смеси приобретено 95%. Мы здесь в графике. Оставшиеся 5% будут приобретены, соответственно, до 11 ноября. Также глава города подчеркнул, что к осенне-зимнему периоду в Курске готовы практически на 100%. В Курской школе номер 9 вспоминали Андрея Боровых, генерал-полковника авиации и дважды героя Советского Союза. Образовательное учреждение с гордостью носит его имя. Здесь прошла встреча «Герои России, герои Победы», где представители Курского областного совета ветеранов пообщались со школьниками и рассказали им о подвигах великого летчика. Пролетая над своим домом, защищая курское небо, он сбросил с самолета вымпел с запиской родным, чтобы те знали, пока жив. В этот же день погиб его отец. Андрей Боровых совершил более 470 боевых вылетов, лично сбил 32 вражеских мессера и еще 14 вместе со своими товарищами. День памяти великого летчика прошел в школе, носящей его имя. 30 октября – день рождения. В этом году 101 год со дня рождения Андрея Егоровича Боровых. Традиционное мероприятие. Почему для нас? Потому что это житель Казацкой Слободы, потому что родственники, его родственники, потомки учатся до сих пор еще в этой школе. В этих стенах школы и его племянники, и племянница, и сестра Варвара Егоровна Боровых, она всегда здесь. Сегодня Варвара Егоровна тоже здесь, ходит по школьным коридорам, где с плакатов улыбается ее брат. Вспоминает.
Вот Андрей Егорович, вот Андрей Егорович, вот на фоне самолета. Это вот он в Курске около сельхозакадемии в то время. У нас 16 лет разница. Вот я когда родилась, он уже ушел в училище. А когда пришел с войны, вижу, идет мужчина какой-то, а я бегом прятаться от него. И долго я от него пряталась. Ну, во-первых, он был очень строгий, но он всегда приезжал и первым делом ругал. Так, какие у тебя планы, как учишься, как что. А мы же всегда дрожили перед ним. Вспоминали не только подвиги героя, но и каким он был в жизни, как учился в школе. Отучившись всего 7 классов, он вернулся как только смог. Когда закончилась война, он пришел и стал обучаться, стал получать знания. И вот действительно дети, они должны постоянно обучаться, должны пополнять свои знания. После войны Андрей Боровых окончил военно-воздушную академию и продолжил службу в ВВС, став командующим авиацией ПВО страны. Мальчик, который в детстве мастерил планеры и мечтал подняться в небо, пронес любовь к самолетам через всю свою жизнь. Диана Пахомова, Сергей Дорохов. События дня. Сейчас им, как никому, нужна поддержка и положительные эмоции. Детей мобилизованных курян пригласили в цирк на премьеру шоу «Клоун». Бесстрашные дрессировщики и отважные гимнасты не оставили равнодушными ни малышей, ни взрослых. Увидеть добрых клоунов и гимнастов, парящих под куполом цирка, мечта любого ребенка. Новая программа насыщена яркими номерами. Юные зрители спешат на премьеру, воодушевленные ожиданиями. Я никогда не была в цирке. Никогда не была. Расскажи, чего ты ждешь от цирка? Может быть, посмотреть интересные номера какие-то? Да, номера какие-нибудь интересные. Тигра хочу увидеть. А ты не боишься тигра? Нет. Я хочу много акробатических трюков. Я достаточно давно была в цирке, когда мне было еще лет 6. Очень благодарна за эту акцию. Спасибо всем. Очень рада. Очень надеемся, что будет шикарное представление. В сегодняшней непростой ситуации мы очень хотим поддержать каждую семью, каждую мать, каждого ребенка. Подарить им частичку тепла, любви, заботы и надежды. Зрители занимают свои места. Представление начинается. Пусть зайцы траву на поля, и от страха все быстрее песенку поют. Звучат мелодии, знакомые с детства. В зале «Аншлаг», а на манеже 13-метровая фигура Юрия Никулина. Шоу первыми увидели семьи мобилизованных курян. Специальными гостями стали дети из ЛДНР. Поддержать их пришел и губернатор Роман Старовойт. Мы с вами большие счастливчики, потому что принимаем участие в предпремьерном показе. Я желаю вам отличного настроения, замечательного вечера. Наслаждайтесь, радуйтесь, улыбайтесь. Поводов для улыбок масса. Впрочем, артисты заставили понервничать и самых впечатлительных. В любом случае, праздник действительно удался и позволил хотя бы на время отвлечься от тревожных мыслей. Галина Яхонтова, Сергей Малеев. События дня. Интеллектуальное путешествие по родной стране. Куряне в 8-й раз написали географический диктант. За партой сели люди разных возрастов. Площадки в этом году развернулись сразу в 34 библиотеках. В Осеевке испытания держали более 100 человек. Какие вопросы оказались самыми трудными? Юлия Терещенко. Какие орехи растут в воде, через какие российские города пролегает Великий чайный путь. Всероссийский географический диктант больше напоминает викторину, а не экзамен. Вопросов 40. Чтобы ответить на 10 из них, достаточно школьной программы. Над остальными придется поломать голову. Студентка Анна Вересова подошла к тестированию основательно. Перед тем, как сюда прийти, мне пришлось повторить элементарные школьные предметы. Что, согласитесь, очень интересно. Не каждый день нам приходится и доводится такое дело делать. А вот девятикласснику Никите Шульгину восполнять пробелы не пришлось. Молодой человек – настоящий фанат географии. В своих знаниях он уверен. Мне с самого детства нравится география. Это как особая любовь – рассматривать атласы, учить столицы. Я участвовал в олимпиадах, дважды выигрывал школьную, выходил на городской уровень. А вот только вчера я приехал из Воронежа, где участвовал в межрегиональной олимпиаде и занял первое место. В этом году впервые к географическому диктанту подключились 34 муниципальные библиотеки. К
Курской Осеевке работала книжная выставка с документами, фотографиями, картами из редких фондов. Все подходят к выставке, и сразу же идет запись и выдача книг. Ну, естественно, наши участники понимают, какие пробелы были допущены, и они хотят их восполнить в знания, чтобы в следующем году быть подкованными и принять участие уже с более таким богатым арсеналом знаний по географии. Проверить свои знания можно и дистанционно до 10 ноября. Результаты будут известны после 30-го. Юлия Терещенко, Геннадий Воробьев. События дня. 700 тонн сельхозпродукции на сумму около 50 миллионов рублей приобрели куряне на продовольственных ярмарках в этом году. Заключительная прошла в эти выходные на центральном рынке. В ней приняли участие фермеры из 17 районов. Они привезли плодово-овощную, мясную и молочную продукцию, а также мед и саженцы. Чтобы не нам упорить. Но это в грунт. Да, да. А это посушите на чай, уважаемый. И потом, да вот это надо вам. У меня еще и мелисса есть. Я не знала, что вы тут будете. Я вам подарила. Очень. Не надо мне дарить ничего. А чтобы, а я умру, будьте бабку помнить. Лично оценить ассортимент на центральный рынок пришел и Роман Старовойт. Интересовался саженцами, ценами на картофель, а еще пообщался с женщиной года ВПК. В этом году престижную премию получила курянка Марина Погибелева. Ассортимент широкий, но главный здесь – мед. Липовый, кипрейный, каштановый. А еще продукты пчеловодства. Чтобы не болеть зимой, Марина советует употреблять прополис. Прополис сам по себе является противовоспалительным, противовирусным действием. И в сочетании с липовым медом никаких там стрепсилс, ничего не нужны. Достаточно 3 раза рассосать по полчайной ложечке этого меда, и никакой ангины, никакой простуды не будет. Капуста и картошка, мясо и рыба, масло и зерно. Есть и необычные товары. Рыбная экоферма из Медвинского района – это не только тушки и икра, а еще комбикорм, рыбная мука и страшно полезный рыбий жир. И дальнейшее развитие нашей линейки из рыбьего жира, вот из такого, мы производим мыло натуральное. Наши сотрудники его уже попробовали во всех вариантах, и с крабами, и в качестве пены для бритья. Ну, я даже для себя заметил, что реально становится на руках кожа мягче. Центральный рынок – новая точка проведения ярмарок. Организаторы волновались, приготовили для посетителей свыше 100 тонн продукции. В итоге 2/3 товаров были проданы еще до обеда. Сегодня уже администрация рынка, имея контакты фермеров, уверен, что будет их приглашать. Фермеры, видя, насколько эта площадка интересна, значит, будут здесь работать. И мы получим еще одну дополнительную площадку, которых у нас порядка 60 по области, где мы напрямую от сельхозпроизводителей реализуем продукцию. Эта ярмарка стала заключительной в 2022 году, но торговля качественными, доступными сельхозпродуктами продолжается. Торговля, в том числе овощной продукцией, томатами, огурцами, она будет производиться в организациях розничной торговли. У нас работают 3 тепличных комплекса, которые позволяют нам круглогодично поставлять эту продукцию для реализации потребителя. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня. Теперь не пешком, а на новеньком авто. Пострадавшим на производстве курянам вручили ключи от машин «Лада Гранта». По программе Фонда социального страхования их получили 11 человек, а всего в этом году на отечественные легковушки пересядут 25. Дарья Бартенева продолжит тему. Дмитрий Кожевников получил травму на производстве и теперь вынужден носить протез. Автомобиль от Фонда социального страхования курянин получил уже не в первый раз. Я благодарен государству, что выделяют машины для инвалидов. Это уже не первая моя машина, это 3-я получается. Я, в принципе, всем доволен. Индивидуальные условия стараются подобрать для каждого. Всего есть 3 комплектации, но все они на ручном управлении. В таких машинах отсутствуют педали. Вместо них – кнопки на панели управления. Приходится ездить то туда. На протезе, конечно, тяжеловато ходить, если долго. Но машина очень выручает. В принципе, спасибо большое за машину. Очень выручает. И внуков покатать там, если что. Хорошо. Новые машины по линии Фонда социального страхования вручают каждые 7 лет. Для того, чтобы стать автовладельцем, необходимо предоставить медицинскую справку. За все время реализации программы выдано более 700 машин. Главное то, что эти автомобили вручаются пользователю на 7 лет. В пределах 7 лет
без изъятия старых предыдущих автомобилей, которых они получали. В течение 7 лет владелец транспортсредств имеет полное право получать денежные средства из фонда социального страхования на капитальный ремонт. Водители имеют право также претендовать на ежегодную компенсацию. Выплату можно потратить на текущий ремонт автомобиля и горюче-смазочных материалов для него. В случае дорожно-транспортного происшествия автомобиль замене и ремонту не подлежит. Поэтому автовладельцам еще раз напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Дарья Бартенева, Антон Латышев, «События дня». Классика русской глубинки. Концерты губернаторского камерного оркестра посетили более 4500 человек в районах области. Проект реализовывался с помощью гранта Российского фонда культуры. Художественный руководитель Сергей Проскурин подвел итоги. Каждый из концертов был уникален. В рамках музыкально-просветительского проекта программа составлялась конкретно для того или иного района. От русской классики до современности в том числе исполнялись произведения курских композиторов. Особенно публике понравилась музыка советского периода. Очень тепло реагировали на музыку из наших советских мультфильмов. «Чебурашка», «А ну погоди», «Бременские музыканты». И удивило то, что даже молодое поколение, дети, все знают эти тексты. Сама музыка очень интересная, потому что писалась профессиональными композиторами. Репертуар старались подбирать в зависимости от возраста слушателей. Играли поп и рок-музыку, классику и эстрадные композиции. Везде оркестр встречали очень радушно. Приглашали снова, так что в планах у музыкантов вернуться в Курскую глубинку. За время гастролей им удалось посетить более 20 районов. Большой баскетбол, накал страстей, противостояние принципиальных соперников. В областном центре состоялся матч за Суперкубок России. Курская «Динамо» на своем паркете принимала УГМК из Екатеринбурга. За ходом встречи наблюдал Станислав Костиков. «Динамо-УГМК» – битва титанов женского баскетбола. Встреча этих команд – настоящий магнит для болельщиков. Все билеты на матч были проданы. Перед входом в спортивно-концертный комплекс выстроилась большая очередь. Поддержать своих приехало около 3000 курян. Мы пришли с замечательным настроением, самыми сильными эмоциями в этот день. Ждем от игры победы только курского «Динамо» и бескомпромиссной борьбы. Ждем только победы. Прошлая игра была хорошая, мы выиграли, поэтому ждем только победы. «Динамо» чемпион. Гости без поддержки тоже не остались. В Курске высадился внушительный десант болельщиков с Урала. Мы приехали сегодня с очень боевым настроем. Курские фанаты, курские друзья, мы очень рады, что с ними сегодня встретились. И сегодня показываем отличный, хороший матч. Мы обязательно сегодня надеемся на нашу победу. УГМК! 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 Высокий темп с первых секунд. Борьба на каждом сантиметре площадки. Со старта встречи громкая вывеска оправдывала себя на 100%. Колоссальное преимущество гостей на подборе дало о себе знать. Первая половина встречи осталась за УГМК. На большой перерыв лисицы ушли с преимуществом в 5 очков. Наши болельщики победный настрой не растеряли и продолжили неистово поддерживать «Динамо». В третьей четверти курянки наконец-то вышли вперед под всеобщее ликование заполненных трибун. Четвертый период получился драматичным и крайне напряженным. Градус борьбы достиг своего пика. Начались баскетбольные качели. Основное время матча завершилось с равным счетом. В овертайме сильнее оказались гости. Итог встречи 74-78 в пользу УГМК. У нас получилось сыграть очень яркую, красивую игру. Мы все были заряжены на победу. Я думаю, все, кто были здесь, кто смотрел игру онлайн, прекрасно видели, как шикарно мы играли. Да, у нас сегодня не получилось победить, но большие победы нас ждут еще впереди. Насчет того, что у нас не получилось, мы разберемся все вместе и потом уже исправим. В этот раз Суперкубок России отправился на Урал.
Возможность взять реванш у лисиц представится бело-голубым в чемпионате страны 30 ноября. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня. В завершении выпуска, по данным ПФР, треть жителей Курской области – пенсионеры. Полезную информацию для них разместила на своих интернет-ресурсах партия пенсионеров, напомнив о возможности получать гражданскую пенсию вместе с военной. По закону военнослужащие вправе выйти на заслуженный отдых раньше остальных. Отличается и размер выплат. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте cinfo.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя.